Всем привет, всех с Новым годом, и сегодня я хочу рассказать про Zinia Network, а точнее про их спринт, который заканчивается уже завтра, но в любом случае вы всегда успеете. Вот как раз таки спринт, он заканчивается 7 января, то есть это завтра, опять-таки по моему времени это 22 вечера, то есть, путаю, в общем-то, в любом случае вы на этот не успеете. Однако у вас есть всегда шанс просто зайти, и любой из 500, который зайдет, он будет участвовать в розыгрыше как раз таки 1500 ZIN токенов, то есть 10 человек, которые выиграют по 150. Собственно, задания здесь достаточно легкие, вот weekly и daily, это можно, ну, даже не выполнять, потому что за них поинты не дают. Вот это я всегда крю спринт туториал забираю, потому что за них дают 10 XP. Content creation, это создать видео, он не часто появляется, однако он бывает. Я как раз таки сейчас задание это и выполняю. Quiz quest, это, собственно, квест, где вы должны ответить правильно. Например, тысячный блок, нужно зайти Explorer, найти тысячный блок, Enter. Тысячный блок. Вот. Вот ответ. Вот. И так далее. Secret word question. Это здесь просто нужно найти секретное слово. Open the future on the web 3.3. Нужно перейти по этому. Найти вот это предложение. И как раз таки вот второе слово, шестое слово, буква. Точнее. И вот так, буквы собрать, потом перейти на сайт через рандомайзер. Как раз таки вот через этот сайт. Вот сюда все эти буквы написать, и выйдет это слово. Так, я это закрою. Здесь у нас комьюнити. Это просто на самом деле дейлик, просто забирайте и все. Здесь нужно пригласить людей. Хотите выполняйте, хотите нет. И вот это, в принципе, тоже можете выполнить. Здесь можете почитать и так далее. Всем спасибо. Всех с Новым годом.